Здравствуйте, вы смотрите канал Максимадзе, и сегодня мы играем наконец-то в полную версию игры Максы vs. Семендрио, которую сделал YT Alex EM, который также известен как Мистер Дуда. Или сразу извиняюсь, если прочитал неправильно. Короче, месяц или полтора назад в эту игру играл Лёха, вместо меня он ее записывал. Да-да, выпуск называется «Лёха играет за Лёху». Спецвыпуск. Можете найти на канале. Где Лёха был ведущим вместо меня и проходил. Режим альтернативного сюжета – это играть за Лёху. Также там можно выбрать мультиплеер. Посмотрим сюжет. 2022 года. А почему 2022? У нас же 2021 сейчас. Ютуберы Максимадзе и Эндрю Сэм поспорили, кто же из них буква И пропущена. Из них победит. Тот может заставить другого сделать на YouTube-канале, что захочет тот, кто победил. Андрюха согласился, но с условием, что боссом будет он. Он выбрал локацию. Но так как у него нет в городе студии звукозаписи, ему пришлось справиться в город Максима Артемова. Так зовут меня. Но так как у него часто ломался автомобиль, вы можете придумать сами, он приехал или прилетел. Прилетел, пусть бы. Он поселился в отеле на полнедели, взял с собой куда нужные ему вещи, перед этим тщательно планировал, а возможно и нет. В общем, он уже закончил играть Cuphead, так что знал, что делать. Наверняка на договоренное время Максим пришел, точнее приехал в студию, взяв при этом все нужные для него вещи за несколько минут или десятков минут. Он пришел по коридору нужной двери, но перед тем, как войти, он начал доставать свои вещи. Тогда ему позвонил Алексей, который у нас известен как Леха, пожелать ему удачи и поддержать. А что дальше было, мы сейчас и узнаем. Поехали. Начинаем игру. Короче, у меня изменился костюм, как вы видите, прям другой стал, не та рубашка вот эта вот, а вообще вот такая кофта, вот эта синяя. Вот это вот лицо, вот это вот, которое сейчас используется, это взято с картинки из фандом Вики, там где в разделе сам ютубер, вот оттуда, видимо, взята это была эта картинка. Так, управление стрелками, бросить коктейль, атаковать. А, бросить коктейль, ты пробил. Выпить сок, Ctrl, атаковать или парировать, Shift. Так, ладно. Ладно, понеслась, скотина, давайте. Что ж, и вот мы и встретились. Готов начать битву? Еще бы. Красота. Почти. Ну да, почти, да. Так, ладно, все, понеслась, зараза, давайте. Так, ну все, как обычно, кидаем коктейль. А где же музыка-то? Стакашечку за вас. Мне кажется, кстати, на вот в эту игру надо добавить режим специально для Эндрю Сэма. Ой. Блин, я скажу. А, мне звук новый добавили. Я сдох. Ну ладно. Что за смех, блин? Вот, кстати говоря, с 8
ноября по 20 у меня будет в колледже сессия. Ну почему они сразу так много мне нанесли? А, я сок-то не выпил. Почему я двигаюсь до сих пор? Стакашечку, блин. Уберите отсюда. О, нет, 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 нет. Я скольжу по этой поверхности. На Backspace паузу можно включить. Можно выключить музыку, заменить музыку. Меняем музыку. Продолжить, выключить музыку, выключить звуки и так далее. И выйти. Почему он только в обратную сторону бьет? Можно же отсюда его бить или нет? Ай! 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 На нафиг, получай. Ну, мне кажется, надо его вот так бить. А, ну не тогда, когда он атакует. Да как его бить-то? Бить. Ай, 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 ай. Это бесит уже до невозможности. Так что посмотрим двухнедельная сессия, посмотрим, как будет с роликами. Ролики будут выходить явно реже. Хотя они и так довольно-таки не стали выходить реже, чем в прошлом году и позапрошлом. Но как посмотрим, как получится. Ваше здоровье. Так, больше них не идем по этой поверхности. Эй! А ну слезай отсюда. А как слезть отсюда? Помогите, я застрял. Тут ни одна кнопка не нажимается, ничего не происходит. Я застрял. Я не могу двигаться. Двигаться я могу, только я не могу слезть отсюда. Не проработано это немного. И нигде не сказано, как слезть с этого стула. И как теперь быть. Да, придется игру перезапускать, походу. Так, короче, игру я перезагрузил. Да блин. За ваше здоровье. Так, на этот стул больше не залазить. Понятно. Стоим здесь, прям сразу же. Так, почему я не могу его бить? Ускорить игру. Стакашечку залазить. Полтора раза. Это работает? А, ну да, чуть-чуть ускорилось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На нафиг. На нафиг. Ай-яй-яй-яй-яй, а как он меня бьет? Я же к нему даже не прикасаюсь. Все. Помните, что парировать может объекты меньше ладони. А, я понял, что это имеется в виду. Ладно, поехали. Ой, что-то громко стало. Выключить музыку. Nokia 3310. Да. Мое желание исполнилось. Эндрю Сэму добавили звуки. Стоим здесь, короче. Да ёп. И мои звуки громче стали, да. Ай-яй-яй-яй, отходи, отходи, отходи. О-о-о, звук смерти даже есть. Ну, не звук смерти, а звук его победы. Ваше здоровье.
Ладно, делаем вот так. Да ёб... Ой-ой, пора сваливать. Джойконы, блин, летят. Геймпад. Я забыл от чего, от какого-то Xbox'а. Вау. Черный геймпад от PlayStation 5. Батарейка, блин. А, джойстик от GameCube. На, получай. Эй! О! Как бумеранг летит все. Да ё-моё. Да отпусти до меня, ёп. Приготовься. К чему приготовься, блин? К чему приготовься, блин? О, блин, тут 3D-очки нужны. Чтобы включить 3D-очков, нажмите. А это ее типа? А, и зачем это, я что-то не понял. Выключите. Эй, я сказал выключить музыку. Скотины, давайте. Ну это пипец. Какой-то был. Ваше здоровье. Нет. И сдохни. Эй. Ускорение игры включаем. Ой-ой, пора сваливать. Уже, ну, уже нельзя. А у нас вообще ничего уже нет. Среди... А, нет, еще и здоровья много. Почему оно отображается вот так вот странно? Ой-ой. Черный геймпад от PlayStation 5, который очень хочет Леха. Уже вроде заказал, может быть, даже получил уже его. Но он не докладывал, получил или нет. Я слышал просто, что он заказал его. Приготовься к дикому, блин. Ёперный театр. Ну тебе нужны, мне не нужны. На нафиг. Попробуем его бить. Ой. А почему музыка включилась? Мне громкая музыка не нужна. Я не люблю громкую музыку вообще. Я не люблю громкую музыку, я вам сказал. На, получи. Так, поднимаемся вверх. Потом перехватываем его вот здесь. Ай, больно. Ай, ну почему? Я же хотел его долбануть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какая чушь. Может... Слушайте, а он тут не проскользнет? Нет, сразу проскользнет.
Но он может быть... А тут проскользнет? Может не тут встать? Или он проскользнет тут? Ну-ка, если я его смогу отсюда бить? Давайте попробуем. Да, смогу. Давайте дальше так делать. На нафиг. Надеюсь, он меня не ударит здесь. На нафиг. Но это жестко. Ай-яй-яй, теперь бьется. Подойдем ближе. И да что ж такое? Подходим еще ближе. Да почему? Ой, ой. А так он меня бьет. Да блин, да почему он не получает урон-то с этой стороны? Да почему? Ну почему? Я еще и застрял. Да пошло оно нафиг, короче, я заколебался. Заново это все проходить, что ли? Да вы что, угораете, что ли? Да хватит уже ржать, блин. Короче, ладно. Ссылочка на игру будет в описании, если я смогу ее откопать. На Яндекс.Диске я эту игру не выложу, потому что она весит 2 гигабайта, она у меня будет грузиться часа 2 на этот Яндекс.Диск. Так что я найду ссылку у автора, который скинул, она еще вроде работает. И надеюсь, что будет работать все время. Ну а на сегодня все, с вас лайк, подписывался, с меня эпичные видосы, подписывайтесь. На мой запасной канал. Погодите, рано еще. Давайте режим альтернативного сюжета запустим. Максимадзе играет за Леху. И почему я... А, вот этими надо управлять. Офигеть. Давайте мультиплеер запустим. Вижу, Максимадзе, ты приготовился, даже друг позвал. Привет, всем, я Леха с канала Чухачит Врачи. Ладно, поехали. Ну, недолго же. А где я? Попытка номер 2. Вот что-то глючит часто. Давайте еще раз. Обалдеть. Максимадзе и Леха дуэт борцов с Эндрю Сэмом. Да почему у меня опять нету? Так, короче, ну нафиг. Ладно, короче. Спасибо, лайк, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.